Нет, сначала чуть-чуть землей, потом воды, да? А потом все. Вода. Воды. Вот, Алина, ваша задача идти на кибуц. Чистый город, там есть ведро. Вон ведро, тут за руками. Пошли. Очевидно. По поводу футбола. Мне дети говорят, что они дерево, одна из девочек решит больницу, и вторую домой отдали. Я знаю, что родители.